Декларационная кампания началась в январе и продлится до 30 апреля. За это время копейчане должны отчитаться о доходах 2019 года. Налог физлица исчисляют самостоятельно. Что традиционно у нас декларируют граждане? Доходы от продажи имущества, недвижимого или движимого, которое было в собственности меньше предельного срока владения, то есть менее 5 или менее 3 лет. Но традиционно самое массовое количество декларантов у нас – это граждане, которые продали свои автомобили. Мы обращаем внимание, что если у вас имущество продано меньше суммы облагаемого дохода, то есть по иному имуществу это 250 тысяч, по жилой недвижимости это 1 000 000, то декларация все равно представляется. Продекларировать доходы необходимо при получении имущества в дар от ближайших родственников или если у вас были в прошлом году доходы за границей. Напоминаем, что отчитаться до 30 апреля должны также адвокаты и граждане, занимающиеся частной практикой. Оплатить налог нужно не позднее 15 июля.